Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые зрители программы «Вековая молитва». Божественной славе воскресшего Господа и величию светлого праздника Пасхи соответствует высокая торжественность, с которой совершается богослужение и в первый день Пасхи, и во всю светлую седмицу. В храме темные одежды сменяются светлыми, и возжигаются все светильники, и все находящиеся в храме стоят с зажженными свечами в знак полной радости. Со времен апостольских церковь совершает пасхальное богослужение ночью, подобно древнему Израилю, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, и новый Израиль бодрствует в ночь светозарную, провозвестницу светоносного дня нашего всех воскресения, духовного обновления и освобождения от рабства греху и дьяволу. Богослужение на Пасху и в продолжении Светлой Седмицы совершается при открытых царских вратах, в знаменование того, что воскресением Господа Иисуса Христа открыто всем Царствие Божие. Царские врата не закрываются даже во время причащения в алтаре священнослужителей, а также тогда, когда в храме нет службы. Выражая переизбыток радости, Святая Церковь совершает все службы почти непрерывающимся пением. Для всех христиан, наверное, это особенный праздник, великий праздник даже. А дом как празднуется Пасху? Ну, традиционно. Красим яйца, покупаем конфеты, ждем гостей. Кто в гости идет? Друзья, родственники, детишки ходят. А славить ходите? Да, конечно. Удачно в прошлом году как было? Да. В Самаре я во многих там храмах побывал, так вот, на некоторых праздниках. Ну, как-то не то. А что здесь есть? Не то ощущение. Здесь как-то вот приходишь... Ну, какой-то вот выйдешь из храма, какая-то легкость. Просто вот ну, какая-то вот окрыленность души, что ли. За полчаса до полуночи с молитвой плащаница, расположенная по центру храма, уносится священником в алтарь. Он поднимает ее на главу и уносит через царские врата, которые тотчас закрываются. Священник полагает плащаницу на престоле. Это знаменует, что Спасителю, пострадавшему, умершему и воскресшему, дана всякая власть на небе и на земле. Плащаница в воспоминании 40-дневного пребывания Господа на земле по воскресении находится на престоле до отдания Пасхи. Но вернемся к пасхальной ночи. В полночь совершается крестный ход вокруг храма, чтобы встретить Христа вне его, подобно женам мироносицам, встретившим воскресшего Господа вне Иерусалима. Перед началом утренней священнослужители облачаются во все священнические одежды, и в 12 часов ночи раздается удар в колокол. Обойдя один раз вокруг храма с пением стихиры «Воскресение Твое, Христе, спаси», крестный ход входит в притвор или на паперть и останавливается перед закрытыми западными дверями храма. А когда открываются церковные двери, крестный ход при пении тропаря «Христос воскресе» входит в храм. На Пасху до отдания включительно, кроме воскресных дней, принято выбирать одежду красных оттенков. Священнослужители совершают богослужение в полном светлом облачении. А еще по традиции, во время пасхальной заутренни, священнослужители, если есть такая возможность, несколько раз переоблачаются в ризы разных цветов. Красный – это цвет Пасхи. Белый считается цветом Христа. Голубой – богородичный цвет. И зеленые ризы – это цвета памяти преподобных, подвижников, юродивых и Дня Святой Троицы. Такое праздничное действо могли видеть все прихожане в храме Мироновки 28 апреля. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Хочется поделиться впечатлениями в храме села Мироновка, даже в воскресную службу. Добрая, уютная, семейная атмосфера, несмотря на то, что там внутри, в церкви, почти 300 прихожан. На улице в Мироновке тишина и спокойствие, но внутри уже славят воскресение Христово. Сейчас на часах 0 часов 45 минут. Богослужение продолжается. Ну а литургию съемочная группа программы «Вековая молитва» увидела уже в 25 минутах езды от Мироновки в знаменитом реконструируемом храме Святой Троицы в Кандабулаке. Священник читал Евангелие о Божестве Христа, который воскресением из мертвых явил миру свою божественную власть. Несмотря на внушительные размеры, из-за реставрационных работ в храме Кандабулака пока используется лишь один предел, освященный в честь Николая Чудотворца.
Со стен и сводов на прихожан здесь взирают восстановленные лики святых и орнаменты на фресках. Как пояснили сельчане, храм расписан уже на 2/3, и работы еще предстоит немало. Иоанна Архиепископа, представленного сестры, поэтому спасет нас, яко была и человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Так, преодолев еще 20 минут пути, съемочная группа программы «Вековая молитва» прибыла в Сергиевск. Здесь мы застали праздничный момент, когда по замвонной молитве по особому чину освящался артос. Это освященный на пасхальной седмице квасной дрожжевой хлеб. Ну а по окончании литургии в храме, освященном в честь святого преподобного Сергия Радонежского, совершилось и освящение куличей, а также пасхи. Со светлым Христовым воскресением с Пасхой. Христос воскресе! Воистину воскресе! И, конечно же, сказать что-то лучше, чем сказанное в послании у Иоанна Златоуста, это просто невозможно. Ибо там есть такие слова, что возвеситесь все, и постящиеся, и не постящиеся. Я знаю, что многие постились не смогли, но всем радость висела от гроба Христова. Я желаю, чтобы радость воскресшего Христе вошла и в бедные, и в богатые дома, и к убогим, и здоровым, ко всем нам, всем тем, кто верит в Господа нашего Христа, тех, кто ждет всеобщего воскресения. Всех вас с праздником, с Пасхой! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, Иисущим на горе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, Иисущим на горе живот даровал. Сейчас на часах ровно 3:00 ночи. Буквально только что в районном центре Сергиевске, в приходе, освященном в честь преподобного Сергия Радонежского, завершилось праздничное пасхальное богослужение. Был зачитан торжественный поздравительный адрес от патриарха и епископа, освящены куличи и жители, и гости районного центра разошлись домой, чтобы выспаться, отдохнуть, успеть всех поздравить и, конечно же, начинать праздновать воскресение Христово. С вами была программа «Вековая молитва». Всего вам самого доброго и Христос воскресе!